Почти 200 представителей компаний собрались, чтобы услышать оценку своей работы в уходящем году и узнать, чего заказчик потребует в следующем. Участие поставщиков в динамичном развитии КАМАЗа на сегодняшний день оценивается почти в 184 миллиарда рублей. На такую сумму автогигант закупил комплектующих в уходящем году. Для сравнения, в 2019-м объем закупок составил 113 миллиардов. Для нас это честь быть поставщиком КАМАЗа. Это крупнейший потребитель для нашей компании. Мы поставляем серийные компоненты для подвески автомобилей КАМАЗ, осваиваем новые изделия для модельного ряда К5. В этом году закончили подготовку производства для независимой подвески для автобусов. Значит, и активно участвуем в процессе импортозамещения. Все три модельных ряда грузовиков КАМАЗ от К3 до К5 востребованы у потребителей. К концу 2021 года компания планирует продать 44 тысячи автомобилей. Среди них 1700 пятого поколения. Плюс к этому больше 1700 автобусов и 350 электробусов. Планы на 2022 год уже утверждены советом директоров. Не меньше 45 тысяч грузовиков. Из них около 8 тысяч – это К5 поколения. Наверное, где-то около 8 тысяч – К4, остальное – К3. И раз мы позиционируем себя уже с такими известными брендами и хотим их превзойти, поэтому вопросы качества на первом месте – я хочу, чтобы они уделялось этому огромное внимание. В связи с высокими производственными планами на будущий год КАМАЗ уже отказался от корпоративного отпуска. Минимальная планка выпуска – 210 автомобилей в сутки. При благоприятных обстоятельствах к 2025 году объем выпуска увеличится до 60 тысяч автомобилей. На эти показатели поставщикам следует ориентироваться в оценке собственных возможностей. И делать это нужно уже сейчас, учитывая и преодолевая возникающие внутренние и внешние вопросы. Есть проблемы, значит, в связи с пандемией и на российско-китайской границе. Есть вопросы, вот недавно появилась, значит, проблема у нас белорусская, значит, польская, литовская граница, да, в связи с ситуацией с мигрантами, что потянуло с собой дефицит подвижного автомобильного состава, значит, в Европе. Порядка 1000 поставщиков. Это в основном стабильный костяк поставщиков. Это касается комплектующих изделий, металлов, материалов. Что касается общих итогов встречи, то оценка работы поставщиков в уходящем году положительная. Несмотря на все логистические трудности на границах, не говоря про пандемию, поставщики комплектующих конвейер КАМАЗа не замедляли. А возникающие вопросы по качеству решались в рабочем порядке. Все это, уверены на автогиганте, залог дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КАМАЗа.